Всем привет, ребята! У нас сегодня такой ветер невероятный. Просто вообще, ну, наверное, по всей Польше. У меня сестра даже живет на Западной Украине. Тут тоже говорит: заверюха, ветер невероятный. И всю ночь такой ветер был с порывами дождя. А подушникам прям ветер такой, аж страшно. Машуль, как тебе ветерок? У тебя он балабон аж сдувает. Сейчас покажу зрителям на фоне твоего балабона, какой ветрюганище. Да? Деревья как вон вовсю. Оно, конечно, еще не так сильно видно на видео, но ветер, конечно, очень сильный. Садись, поехали. Привет, поближе покажусь вам. Видите, какой ветер очень сильный. Но нас это не останавливает. Мы сейчас хотим съездить в магазин БРВ, польская мебель, посмотреть детям детскую мебель. Берем вас с собой. Поехали с нами. Вон, смотрите, ребята, даже остановка упала. Вырвало какой с мясом остановку ветрюганище. Обалдеть, вот это ветер. Есть знаки погоды. Ну он не постоянно же такой, да, порывы ветра. Да ну ночью такой был сильный ветер вообще. Вот здесь у нас достраивается трамвайная линия. Уже пускали, кстати, трамвай. Через мост? Да, я видела, пробные пускали. Я пораскидывала у них все заграждения. Скоро у нас тут будет трамвай ездить. Ох, глянь, какие котлованища вообще нарыли. Там уже машины уже ездят, дорогу вниз. Сейчас будем ехать низом. Сейчас. Поснимаешь. Ну они быстро так все делают, да? Ну да. Вон, смотри, все афиши все повалили. Вон, все заборы тоже. А глянь, в машине даже едешь и слышишь такой ветер. Ух, ух, ну, запускается. Поддувает, да? Ага. Ой, когда стихия такая в природе, это страшно. Ничего не контролируемое, никак его не удержишь. Если оно, как говорится, идет, так оно и не остановится. 92-я трасса, уже под мост дорога пущена. Но мы туда сейчас не поедем, нам надо повернуть сейчас перед мостом направо. Техники всей стоит. Такой вообще масштабная стройка. А вот видите, где сейчас этот конечная трамвая. Вот трамвай стоит на конечной сейчас. Вот это три? Тройка, да. Сюда будет ездить третий маршрут. Так ты говоришь, видела, через мост уже да, пускали. Да, пускал. Уже деревца, видишь, повысаживали. Ну, будет да, как красиво вдоль, весной, ага, вдоль дороги. Вон все знаки валяются. Это очень сильный ветер. Я не знаю, до завтра, дай бог, уже закончится. Даже оповещения приходили на мобильный телефон. Будет сильный ветер. А вот этот белый дом, мы когда приехали в Познань, его только начинали строить. Уже смотрите, уже построили и уже издали. Люди уже живут. Велосипеды. Да. Прошло 3 года. Магазины, ведренка, жарко. Такой райончик. В общем, едем мы куда? В БРВ? Вот, в этот. БРВ — это польская мебель, да, Жень? БРВ, да, это польская. Мы даже мебель. Еще когда жили в Украине, у нас почти вся мебель была БРВ, да? И диваны тоже, и детская. Кухня, Black, не помню. Red, white. Не помню, кухня нет, да? Нет. Кухня нет. Поэтому мы немножко знакомы с этой мебелью. Хороший вариант.